Программа CryptoInt будет привязана к кабинету SWIC. Нет, это два разных кабинета. Структура одна, то есть объемы, которые вы делаете и в SWIC, и в Академии, и в CryptoUnity, это влияет на вашу квалификацию. Но бонусы и объемы, которые вы делаете, это разные кабинеты, это как разные проекты. Проект Академии – это образовательный проект. Проект SWIC – это проект, который по финансированию Skyway. Проект CryptoUnit – это проект CryptoUnit, я уже рассказал, да? База, то есть ваша сеть, она везде мигрирует, и бонусы вы получаете в разных кабинетах. Но за счет того, что мы сейчас сделали так, что вы бонус можете вывести, но опять же, это временная мера будет, но максимум, кажется, до конца мая. То есть с июня месяца уже только в этом кабинете бонус получил, можешь его потратить.